Какой пузырь. Вкусный пузырь. Давай, сил набирайся, расти большим пацаном или девкой. Хер тебя поймешь, кто ты. Ну, Васька ее, по крайней мере, не обижает. Что Васек задумался? Васька. Займемся тобой. Бляха. Все обгадите мне. На. Блин. Козюля. Веснушка меня сегодня не радует. Не хочет кушать. Ждет мадагаскарского таракана, наверное. Или что он там ждет, не знаю. Туркменских она не любит вообще. Это что? Давай. Блин, который раз хочу кальций замешать вам. Все забываю. Скоро у вас будет пополнение. Я вам лисичку привезу. Эубльфара. Еще одну девочку. Будете вместе все. Веснушка, ты что там буянишь? Зюля, ты вот это вот не выдумывай. А ну-ка. Веснушка, давай. Веснушка. Ой. Сразу нервничаем. Какие мы нежные. Так, Васька. Ой, Козюля. Назвали тебя в честь твоей мамы. Значит, ты должна быть девочкой. О! Что я вижу? Мы кушаем. Веснушка решила поесть. Моя мадама.
козюля. Ты, наверное, не поняла, почему тебя не кормят, да? Портите мне мебель, портите. Она и так уже вся никакая. Мне как-то наплевать на это. Васька, а ты все тут сидишь и задумался, да, Вась? Тебе хорошо. Немножко сегодня не хочет хук кушать. Кто это? Кто? Видите? Кто это? Непонятно. Это яйца или не яйца? А вот это яйца Васькины. Но он уже взрослый пацан. Не понравилось. Вот какой Васька и какой козюля. Ну, давайте. А то вы сидите в одном своем террариуме. Хоть иногда погуляете. Ну все, давиться начали.